предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те, кто пережить испытания, войдут в ряды серебряного. Не, я-то тут еще сижу. Из самых глубоких темных гряды был призван Гормак Пронзающий. Из огня надо очень быстро выбегать. Палец на тишке держите, это сейчас сдохнет. Совы подальше на максимальный урон, что-то видите. Я видел его, достойный соперников. И мне уступите место в центре. Алло, ну, ботан. Все. Ну, рост сейчас давайте. Не знаю. Я учу, да? Узнай. Там два танка, кстати. Мелисунери. Глеб, забирай. Надо отлетать всем, наверное, в одну сторону, чтобы цепуха потом у нас захилит. Чё? Ну, мы в разные отлетим. И так сойдёт. О, ещё и застанется. Надо будет отдать. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Англих. Фурик. Благодарю, верховный лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Фаларион, там встань, где портал будет появляться. Девушка. И этот сдохший лежит. Портал не будет тубить. Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Стаки. Магов нет, просты.
Ничтожный гном! Пристаку. Пусти, снимайте стаки. И выберите, пожалуйста. А то... Там один раз они будут, наверное. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эретарский повелитель Пылающего Легиона! Что у вас там тут? Нет. Надо слить до лука. Давайте посмотрим. О, хуя, остановился. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Представляете, что вы попали на арену? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. И победив их, вы заслужите достойную награду. Они посмотрим, кто выйдет. Честь Альянса. Что один велик. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Метку, которую будем бить. Хорошо, да будет так. Бутерболт, он возможно. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Вихрь, хера. Здесь то же самое. Как только дерево будет у дерева. Замена. Смотрим, кто там. Бога. Гульнора Теретри. До всего. Короче. Кого лучше слить первому? Ретрика, наверное, да? Будете бить кружок, это ретрик, а не держать рогу. Вот. Я его вытяну к вам. Кружок, и вы застанете, что будете делать. Короче, Самула контролит Фаларион, а Анара контролит Жест, это Вихрь, ну и Копар Фир. Фир давай по сове. Остальное там, если Фир, если велики прибегут, первый будете сливать кружок, потом квадрат, это хамп. Сначала кружок сливаете, потом квадрат, а потом остальную метку. Потом сову. Так. Не притянул, все равно. Я не то, я же могу. Ты че, протоваришь? Фурик. Англия, да, протоварит. Вот.
Лице. Ну и все, кружок бить. А беги, беги, кота. Беги, кота. Ну все, увезти их. Отбегай от меня. Никого. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Хант Персон вы или так? Ну, нужны. Все дам. Товар. Бери, бери, слева танч. Там есть еще могут спокойствие дать, если будешь не справляться, скажешь, с чем какая-то проблема будет. Все еще. Начинай. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Кто этих поближе, чтобы цепуху на всех доставал? Это еще самурай. Аллария. Кто еще? Стой тут, стой тут, стой с нами, стой с нами здесь. К этому к черному надо будет сменить. Веди свою лапу сюда. Можно кривать. Везло. Играйте по вальке с щитом. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Мы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Две пачки, такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Форте. Может, соберемся с чатом? Что не горю желание. Звучит на пульт. Как бежим. Тут надо петов призывать по новой, когда прыгаешь. А ну призывай.
Давайте приготовились, начнем. Это место станет вашей, мать его. Зря ты им стан даешь, пока ничего не кастуют. Даже нет попал. Кирпалы. Бог сбить. Ну я и говорю, зря мне он дает раньше, чем они начали кастовать. Вот этих под босса и сливайте их сразу. Там же перевели босса. Жуков, всех жуков, только жуков, потом спокойно босс. Жуков, убейте, что не зарыв. Все, спокойно босс. Тело. Неужели я первый раз здесь с шаманом? Там. Да, вот этот грудак мне напал, он же. Но. Сейчас заебись. Чё там, накидай мне как? Хант, у тебя же другой плащ, он лучше. Дай мне этот. У тебя же за баджи. Слышишь, Хант, ты в РК? У тебя же за баджи, у тебя лучше. Так я же его на ДФБ беру. Там 58-й катит. Да, плащ вот этот катит. Копор на вара? Да пиздец, как обидно. Навара, пластик вообще нормальный такой. Намного лучше вот этого. Будут еще куда-то рейды? Я все.